Сразу в рожу им. Чего такое? О, здравствуй. Сколько лет, сколько зим. Да. Рады видеть, очень рады. Да. Знакомьтесь. Да. Молодой человек, я рад вас видеть. Саня. Ваня. А я тоже. Саня, меня не Саня. Саня, меня не Саня зовут, меня зовут Андрей. Да и. Вот, я, блядь, буду будь Бога свое сейчас. А, ну что, убегаемся. Я знаете как, короче, да. Ну, Бог орда отменяется, наверное. Да нахер она встала, да. Мне до 10 часов, я... Так, давайте, наверное, от Черноокова возьмем. А, и... не наоборот. Мы хотим до 6-го, чтоб. Ну, пусть я дойду, давай, надо. Тогда откуда, от Черноокова начнем, да? Давай оттуда, давай, до Черноокова тогда. Самое главное, патроны берите. Ты лучше ружье еще. Так, да. Так. Я тогда с Кириллычем, наверное. Да, со мной. Саня, ты рации, каналы поставил? Тогда я не слышу, там телефон на яйцах. Ой, где рации? Саня. А что это за патроны, на? На. А сколько ему, Андрей? Дон, ушел. Дон тоже, да? Вот, 2-0. Но он как ноль идет этот. В общем, дядь Вов. Моя задача. Туда сейчас тянуть. Так. Вот этот камыш. Да, вот этот, он вот так вот, это русло реки. Ага. Вот, Добрусвер. Хорошо, по той стороне кто-то же будет идти. Да, дядь Саша сейчас сюда пойдет. Ага. Я где? Прямо здесь. Вот здесь прямо стоит наверху? Ну, может. Она может вот так вот. Если леса, она может здесь прямо понадрезать, как убежать. Лучше вот тут вот, повезли. Вот так вот тут. Вот. Идеальное место. Все, я на ту сторону. Все, да. Все, заходите. Юра, почему? Да ушла. Тихо, тихо, тут еще две тут еще. На этой стороне.
Тут еще одна убежала и две назад вернулась. Вот тут вот, как раз напротив меня. Ну я ждал, метров 60, наверное, было. Вот две штуки их тут, сразу они две шли. Назад как-то, Палыч. Сейчас, если что, будем на вас тогда пробовать идти. Все, все, на нас идите, меньше по рации разговаривай. Молодец, Павлович. С картечи, через пули? Нет. Нулями? Да. Молодец. Да не нулями. Блядь. Тройку зарядил. Все сидело. Молодец. Сколько было их? Одна. Одна? Да. Я не знаю. То ли заяц, то ли лиса. Не понял. В общем, сейчас вот этот кушет собаку пускайте. Да. Да. Вы застрел. Мы застрел на гребню. Все. На брусьях на этом. Да, да. Один заяц, один вот сейчас вот туда забежал. Ага. Здоровый. Ага. Так Кирилл лесу взял. Ну сюда подойдите, пусть он сейчас понюхает лесу, подойдите. Вот сейчас, чувствуете запах лесы? Да. Вот это так она воняет. Она воняет. Так а как было? Я вон там стою, она вот здесь, где Володя бежит. Здесь кушали. Хватит на... Лисичка. Володь, по твоей части. Колдуш. Взять. Объясни, как ты ее добыл. Взять, молодец. Кириллыч, зайца держи на угол от меня. Кириллыч, подходи, подбегай. Сейчас выйдет заяц. Саня, кушырь гоните, то что колдун по следу зайца идет. Кириллыч, подходи ко мне. Заяц здесь где-то лег. След свежий. Ну я же говорю, можно пройтись и там вот еще за дорогой по камышу. Там вот такой же, вот как вот здесь. И это. Либо по хату тогда брать. Ты, блядь! Да. Сейчас ты получишь это имя. Да, блядь. Все. Забирай. Уже не буду сейчас нарываться. Ну да. Скажи, Колдуш, я это спокойно это передавил. Лапой придавил, блядь.
Лёг. Держит, видишь, и держит. Не грызёт, да. Молодец. А? Как белок. Не, он так, ну... Нет, палый же, я как за белок. Он пробежал 200 метров, пока мы, потом выбежал, я за ним вот так. Пока бежал, все, потом все, как по ногам лежит, там шумно, да. Тут же ведра, сколько, 30 метров в секунду ведра. А я не видел вообще. Как раз в это время выбежал. Мы еще вот ебанули, что ли.